Инструкторско-методическое показательное занятие в лицее началось в актовом зале с вводной теоретической части. Сюда приглашены должностные лица всех образовательных учреждений, ответственные за пожарную безопасность. После того, как присутствующим объяснили, какой пакет документов должен быть разработан на местах, перешли к практике. Услышав сигнал пожарной тревоги, охранник, как и положено, действует строго по инструкции. Эвакуация школьников и персонала проходит организованно и без задержек. В то время как учащиеся собираются на площадке перед зданием, учителя проверяют, все ли на месте. Неподалеку, согласно плану данного мероприятия, взрослые учатся локализовать очаг возгорания. Как правильно использовать средства пожаротушения, должен знать каждый. Желающим предложено показать свои навыки. Наконец, по окончании учения его участники, как взрослые, так и юные, могут дать оценку своим действиям. О всех недочетах и промахах на занятиях сказал в заключение главный пожарный города. Движение должно быть как бы тоже пошустрее. Это не должно, конечно, быть бег, все это должно быть культурно, но нужно пошустрее. Время эвакуации, ну, где-то на оценку отлично, это предел 2 минут. Ну, а так где-то от 2 до 3 минут. Должно учебное заведение полностью быть эвакуировано. С точки зрения специалиста, чтобы при возникновении настоящей чрезвычайной ситуации не было заминок, действия необходимо еще и еще раз отрабатывать. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, Александр Трегубов, «Наш город».